Всем привет! Так завершается воскресный день медийной футбольной лиги, и мы снова отправляемся на стадион Одинцова. Здесь отмечаем, конечно же, уже, можно сказать, старичков медийного футбола, Дмитрия Мулина и Ладо, а также Бухара. Все они на месте. Ну, а мой краш в этом составе — Алексей Зинин по прозвищу OneNZ. Нападающий, который вывел Кикстаун. У народной команды вот такой состав. Обратите внимание на 96-го номера Палли, который мог бы играть сегодня за Стармикс, но он уже игрок народной команды. Ну и из прошлого сезона, наверное, Виниченко и Шишкин. Ну а новенькие — Белый, Маменко и Барра на месте. Это все приправлено другим игроком, бывшим игроком Амкала, Майком Крапивниковым. И поехали! Их это игра или нет, мы узнаем по истечении 60 минут. А пока... Подача. Думаю, что многие видели тот момент. Удар! 1-0 должно было быть. Получает народная команда. Смотрите, отскок какой-то оригинальный, неудачный. Пали бьет от газона, и мяч цепляет соперника. И именно поэтому летит мимо. Сумасшедший момент, но это еще не все. Ох ты! Это было интересно. Но, правда, уже прозвучал свисток арбитра. Давайте смотреть. Удар в штангу и... Постоянно болтать. Это не профессия комментатора, это профессия попугая. Удар поворотом. Все равно спартаковцы действуют не точно, а Майк отбирает мяч и несется. Вот он, шпинат, вот шпинат помогает. Он идет в штрафную площадь, идет обыгрывать. Ну-ка, Майкл! Сбрасывает Белому. Ну и все, закончился первый тайм, счет 0-0. Бодренькая игра, моментов не так много. Попадание в перекладину, выпад Майка в середине первого тайма. Но в остальном пока это как будто бы разогрев. Хорошо обрабатывает мяч. И сразу длинная передача. И она оказывается точной. Вот это интересно. Забег. Прострел. Подбор. Дмитрий Мулин на мяча. Удар. И Маменко. Но... Удар был не очень сильный. Продолжают зажигать спартаковские фанаты. Подача. Опасно. Удар. Мяч попал в руку. Мяч попал в руку. И это было видно. Да, левая, дальняя. Отставлена в сторону. Можно еще какой-нибудь повтор, просто чтобы получше было видно. Ну да, это на 11-метровый удар. Это пенальти. Как мы и предполагали, это 11-метровый, хотя целую минуту команды переиграли. И спартаковская Торсида в полном восторге эту неделю, но пенальти бьет именно он. Итак, внимание, удар, гол! Краб открывает счет в этом матче! И Даня празднует, как Криштиану Роналдо, прикладывая палец к губам, и первые поздравления получает от родного брата. Сколько в этом смысла? И потом сам берет и бьет. Вот как это было. Краб вышел и сделал игру. По крайней мере, пока делает. И играет в охотку. Невидимый самурайский меч был опущен в ножны. Арс пропустил падение. Пропустил не один, а сразу три. Ну, это еще раз можно этот повтор чуть... Да, вот. Ну, это минимальный какой-то такой санта. Еще надо посмотреть, где это было вообще. Да нет, 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 продолжаем игру. Это не... Но штрафные... Это другая история. Удар! Опасно. Ладом. Ой, Краб хорош. Нужно подниматься, Даня. Это еще не все. Ладо продолжает финтить. Прекрасный момент. И Белый получает красную карточку.
Если сейчас арбитр достанет желтую, она станет для безлихотного второй. Да. Такими глазами летит. Да, я видел прекрасно, но подкат делал. Да, ну а что? Давай играть. Давай. По сигналу. Тогда это у нас убойный. Почему? Да, там. Ну почему, брат? Ну, бля, ну он делал подкат, он же не прыгал, ну, бля. Ну, проход в лото, он заслуживает того, чтобы быть... За грубость ты имеешь в виду? Опасно! О, 1-1! Если не было положения вне игры... Пенальти! Такая развязка этого отрезка. Фил, посмотри тоже, да, быстрее. Быстрее будет. Арбитры переговариваются. Нужно посмотреть эпизод, чтобы не тратить на него лишнее время. Александр Филимонов идет к своему просмотровому монитору. А Роман Шишкин, выходя на поле, снова делает качество. Фил, смотришь? Еще раз. Удар был, удар в момент. Да, это пенальти. Момент. Там, как мы и предполагали, по пятке попал. И из-за этого качество удара снизилось, а это значит, помешали нанести акцентированный удар. Прощение, так что он имеет полное право на правах лидера пробить 11 метров. Удар. Джиджи прыгает, но не дотягивается. 2-0. 2-0 народная команда. Полагаю, теперь уже вынуждает Кикстаун взять красный мяч. Тут сомнений нет. Ну и Большаков, аккуратный удар в правый от голкипера угол. Без шансов. И несмотря на то, что в этом сезоне он не выходит в старте, он все равно в деле. И посмотрите, как много работает с мячом после выхода на замену. Удар! Мяч летит в перекладину. Стронг бьет. Мяч в воротах. Но что скажет судья? Да, он в офсайде, конечно. Конечно, Ваня был в офсайде. Сегодня совсем нет опасных моментов. А еще и Стронг получает шанс пробить, но он снова был в офсайде. Итак, внимание. Удар! Маменко подпрыгивает и касается перекладины. Алексей Зинин хорош, но и смотрите, какой красавец Маменко. Я уже говорил, что, возможно, Саша самый... Подача. Маменко выходит. Подбор за Киксом. Еще удар Маменко. Щелла бьет. Маменко выручает уже трижды. Трижды меньше, чем за минуту. Вот он выходит. С кулаками тут же поднимается. И Щелла бьет вторым касанием. После хорошего подбора и Маменко снова играет надежно. Завершено. Стекло сякло, как хотите. Осталось только просто куда-нибудь выбить мяч. Арбитр в итоге просто ставит желтую карточку. На последних минутах и абсолютно ненужные эмоции. В конце Мулин Краб Стронг. Я думаю, что Дима просто раздосадован и раззадорен пенальти, который считает несправедливым. Но эти эмоции в адрес Стронга были лишними. Фил, держи себя в руках, даже если считаешь поражение несправедливым. Ну и все. Народная команда одерживает первую победу в четвертом сезоне медийной футбольной лиги. И набирает первые 3 очка. Ну а у Кикстауна первое поражение. Это лучший нападающий в истории медиафутбола, ребята. Брудник и Стронг лучшие нападающие, запомните. И Метрог молодец. Люблю, ну, в общем, мы поняли, кто лучший, но игру сегодня сделал Краб-младший. Он вышел и триумфально сделал народную команду снова великой и себя заодно. 2 пенальти, один из которых реализовал Большунов, другой...